За короткий промежуток времени ее прошли более 300 водителей. Не все из них явились образцом для подражания. У этого водителя, к примеру, содержание спирта в крови 0,7 промилле. А это уже тянет на лишение прав. Но такие случаи скорее исключение из правил. Сотрудники Гайского ГИБДД раньше не проводили таких массовых проверок. Но учитывая события последних недель, когда в области резко возросло число серьезных ДТП, стоит ожидать, что подобные операции будут проводить часто. Иван Гилманов, новости.